Всем привет! Цель этого занятия – научиться работать с бинарными данными и с файловой системой. В Node.js для работы с файлами существует модуль fs. И в нем есть множество функций для самых различных операций с файлами и с директориями. Если мы приглядимся внимательно, то увидим первую особенность этого модуля. Почти все функции имеют два варианта. Первое – просто имя. Второе – имя со словом sync. Слово sync означает синхронно. То есть, если я, например, вызвал fs read file, то fs -read -файл сначала прочитает файл полностью, а потом вызовет callback, а fs sync затормозит выполнение процесса Node.js, пока файл не будет просчитан. Поэтому, как правило, синхронный вызов используют либо в консольных утилитах, либо на стадии инициализации сервера, когда такие тормоза вполне допустимы, а асинхронный вызов в тех случаях, когда хочется, чтобы полноценно работал событийный цикл, то есть чтобы Node.js не ждал, пока там диск сработает медленный и файл прочитается. Посмотрим на реальный пример использования. Здесь я подключаю модуль fs и вызываю асинхронно функцию readFile. Эта функция принимает имя файла. В данном случае подчеркивай, не файл name – это путь к текущему файлу модуля. И получает callback. Первый аргумент, как всегда, ошибка. Второй – данные, то есть содержимое файла. Если бы это был синхронный вызов, то это бы выглядело так. varData равно fs readFileSync. При этом в случае ошибки было бы исключение. Но мы здесь дальше будем работать с асинхронными вызовами, поэтому я это удалю. Итак, запускаю. И вот что я получаю в качестве вывода. Обратите внимание, вывелось не содержимое файла в виде строки, а специальный объект буфер. Этот объект буфер является высокоэффективным средством Node.js для работы с бинарными данными. Технически буфер – это непрерывная область памяти, которая в данном случае заполнена этими данными. И работа с буфером достаточно похожа на работу со строкой. То есть можно взять, например, и получить нулевой элемент, то есть вот этот можно взять и получить длину буфера. Но в отличие от строк, которые в JavaScript совершенно неизменяемы, содержимое буфера можно менять. Для этого в документации предусмотрен ряд методов, начиная от простейшего метода write, который пишет в буфер строку, преобразуя ее в бинарный формат, учитывая данную кодировку, и заканчивая различными методами, которые записывают в буфер целые числа, дробные числа, числа в формате double и другие числа, учитывая внутреннее компьютерное двоичное представление данных форматов. В данном случае мы хотели бы вывести содержимое файла в виде строки. Поэтому давайте преобразуем буфер строку. Это можно делать с вызовом toString и в скобках указать кодировку. То есть таблицу, которая указывает, как преобразовать байты в символ алфавита. Обычно кодировка по умолчанию это UTF-8. Мы так ее и оставим. Запускаю. Ну вот, теперь строка. Если я точно знаю, что я работаю со строками, то я могу, например, указать кодировку прямо здесь. Это будет выглядеть так. Запускаю. Тоже работает. В этом случае преобразование в строку происходит непосредственно внутри функции readfile. Ну хорошо, а теперь давайте посмотрим, что происходит, если где-то ошибка. Например, я считываю файл, которого не существует. Запускаю. О, вывелась ошибка в консоль error. Обращаю ваше внимание, что в ошибке есть следующие данные. Во-первых, это имя ошибки. В данном случае errno end означает, что файла нет. Во-вторых, это код цифровой. И оба кода являются полностью кроссплатформенными. То есть неважно под Windows, под Linux, еще под чем-то я нахожусь, всегда если файл не найден, то это означает ошибка enuend. Соответственно мы можем проверить, если код такой, то среагировать одним образом. А иначе сделать что-то еще. Запускаю. Ну вот, все сработало. Если в будущем вас вдруг заинтересует, какие еще ошибки есть, или вы захотите получить расшифровку какого-то кода ошибки, то, к сожалению, в документации к Node.js эта информация отсутствует, но вы найдете ее в исходнике библиотеки libuv. В данном случае в файле uv.h находятся различные виды ошибок, например, e.no.end. Вот, нет такого файла или директория. Или e.access. Permission denied. И так далее. Эти коды находятся именно здесь, потому что за вот-вывод отвечает библиотека LibUV, и она трансформирует различные коды операционных систем вот в такие кроссплатформенные значения. Если мы заведомо знаем, что файл может не существовать, то мы можем проверить его наличие при помощи специального вызова. Для этого есть, во-первых, вызов fs.exists, и он проверяет, есть ли определенный путь, но он не может проверить, что это такое файл или директория. Для более точных проверок есть вызов fs.stat, и различные его варианты, которые вы можете более подробно изучить в документации. Как правило, в большинстве ситуаций подходит просто стат. Стат получает путь и возвращает объект специального типа fsStats, который содержит подробную информацию о том, что по нему находится. Вот пример его использования. Запускаю консолл 1, вывела true, потому что это файл, а второй вывел полную информацию о том, что такое находится по данному пути. Это немножко зависит от операционной системы, от файловой системы, но практически всегда есть размер, size, а также дата модификации mTime и дата создания cTime. А вот пример создания нового файла, в котором будет содержаться строка data, после чего мы его переименовываем и после переименования удаляем. Обратите внимание, что в каждом callback я проверяю ошибку. То есть после того, как файл создан, я обязательно проверяю, если есть ошибка, нужно ее как-то обработать. Самый простейший способ это throw. Дальше переименовали. Callback. Если есть ошибка, как-то обработать. Везде в каждом callback должна быть предусмотрена обработка ошибок, потому что ошибки могут быть в самых непредсказуемых местах. Если пропустить вот это, то потом может быть совершенно непонятно, почему оно перестало работать и где ту самую ошибку искать. Итак, мы кратко познакомились с основными возможностями модуля FS и с некоторыми примерами их применения. Вообще же у этого модуля есть действительно очень много методов, я рекомендую посмотреть их документации, просто чтобы понимать, что вообще существует.